Здравствуйте! Вы смотрите программу «Смыслица». Однажды я была на форуме рекламщиков и маркетологов. Организаторы приветствовали гостей такой фразой: «Мы любим и заботимся о вас». Так говорить нельзя. Мы любим кого? Вас. Заботимся о ком? О вас. Согласитесь, грубые стилистические ошибки портят впечатление, особенно в бизнесе. Например, в буклете солидной строительной компании написано: «Надеемся и верим в наш общий успех». Правильно, надеемся на успех и верим в него. Как и обещала, сегодня мы продолжим разговор об однородных членах предложения. Часто нарушается порядок слов при использовании двойных сопоставительных союзов. Это приводит к ошибке. Например, не только, но и. Как, так и. Помните о том, что эти союзы должны соединять однородные члены предложения, иначе возникает стилистическая ошибка. Он дает возможность развивать не только науку, привлекая дополнительные средства к перспективным программам, но и укреплять социальную сферу. Видите ошибку? Не только науку, но и укреплять. Исправляем. Не только развивать науку, но и укреплять социальную сферу. Или развивать не только науку, но и социальную сферу. Нельзя соединять в качестве однородных разнотипные части предложения. Например, причастный оборот и придаточное определительное предложение, деепричастный оборот и придаточное обстоятельственное предложение. Или же деепричастный оборот и сказуемое. Пример. Мы спускались по тропе, ведущей к реке, и которая вся заросла травой. Другой пример. Митингующие, не возражая против принятых правительством мер, однако считают их недостаточными. Так говорить нельзя. Далее. Нельзя сочетать в качестве однородных видовые и родовые понятия. На дороге образовалась пробка, стояли автобусы, троллейбусы, маршрутки, наземный транспорт. Помните о том, что в перечислении не должны входить скрещивающиеся понятия. На митинге присутствовали студенты и москвичи, молодежь и учащиеся. Нельзя. При попарном соединении однородных членов предложения пары должны составляться логично. Мэр живо интересовался проблемами парковок и старушек, детских площадок и малышей. Исправляем. Парковок и детских площадок, старушек и малышей. При обобщающем слове однородные члены предложения должны быть согласованы с ним в падеже. Мы работаем сейчас над двумя постановками – «Вишневый сад» Чехова и «Гроза» Островского. Правильно, мы работаем сейчас над двумя постановками – «Вишневым садом» Чехова и «Грозой» Островского. Пусть наша речь будет безупречной. До встречи!